Хто крайній за тим, який уже все? Ця фраза два дні поспіль лунала біля відділення одеського головпоштампу. Все через те, що одесити масово бажали придбати собі нову серію марки про крейсер «Москву». Дирекція одеського відділення «Укрпошти» повідомила, що станом на 25 травня марка відсутня у вільному продажу до нового надходження. Основною поток людей пришелся все-таки традиционно на детский главпочтамт. И здесь все окна, которые в этот момент у нас были задействованы, они работали исключительно на продажу марок. Здесь окон у нас было 8 окон, и все они работали. Спрос, тем не менее, удовлетворяли как могли, он очень-очень был большой, поэтому мы создали отдельно кассу для военнослужащих, чтобы они могли не стоять целый день в очереди, а максимально быстро получить марку, которая для них сейчас это тоже важна. Вот. Остальные люди стояли, записывались, и к концу дня мы продали, посчитали, мы продали в этот день больше 60 тысяч марок. Мы ожидаем к пятнице приход еще дополнительных тиражей, мы ожидаем и на следующей неделе еще будет 2 захода по тиражам, и мы еще будем продавать эти марки через отделение. В «Укрпошті» кажуть, що роблять все можливе, аби кожен мав можливість поповнити свою колекцію. Саме тому нова марка випущена тиражем 5 мільйонів екземплярів, в той час, коли тираж минулої складав всього 1 мільйон. Крім того, з'явився авторський конверт художника з 2 марками – старою та новою, та авторська листівка. Зазначу, що «Укрпошта» врахувала досвід минулих продажів, тому встановлено певний ліміт – по 3 зображення на одні руки. Учитывая то, что спрос действительно очень большой, и у нас были размышления, по какому пути идти. Либо перевыпустить ремейк первой марки в большем тираже, либо запустить вторую серию. Мы пришли к выводу, что первый тираж дальше выпускать не надо, поскольку ценность его коллекционерная упадет. Поэтому выпустили следующую марку, российский корабль «Дони». Тиражом уже больше 5 миллионов, 5 миллионов. Хочу сказать, за первый день старта, когда мы стартовали 23 числа, погасили ее, было продано около 1 миллиона этих марок. То есть, учитывая тот спрос и те объемы, которые реализовали, я думаю, она будет пользоваться таким же спросом. В одеській дирекції «Укрпошти» зазначають, що в найближчий час планують перевести подібні продажі в онлайн-формат, адже постійне скупчення людей біля відділень значно ускладнює роботу працівникам, а також є небезпечним для бажаючих придбати ексклюзивну марку. Учитывая ажиотажний спрос, ми запускали марку продажі в інтернет-магазині, но там із-за того, що був огромний потребительський спрос, и были DDoS-атаки со стороны Российской Федерации, наши сайты ложились. И вслед за заказами на сайтах ложились банки, через которые осуществлялись платежи по карточкам. Но в целом ситуацию удержали, и уже можно сказать, что опыт позитивный. Мы, естественно, рассчитываем перетянуть основной поток в интернет, чтобы люди не стояли, не мучались, а могли спокойно в онлайне, как современно, оплатить и купить, и заказать, а дальше мы посилка в виде документа доставим эту марку потребителю. В одеському головпоштамті кажуть, що серед покупців є ті, хто купує марку на згадку або у подарунок. Однак тут можна зустріти і так званих перекупів, які не мають жодного відношення до філателії. Собівартість однієї марки складає від 23 до 44 гривень, а у різних інтернет-магазинах її вартість становить від 1000 до 10 тисяч гривень. Мене це несколько розстраює. Чому? Тому що там, да, спекулятивний спрос, він колосальний. И вот, когда мы выпускаем обыкновенные марки, да, или какие-то приуроченные к особым другим событиям, такого спроса не было. И все коллекционеры, их в Одессе, ну, там, поверьте, не такое количество, которое выстраивается. Понятно, что это не филателисты, не коллекционеры, у всех разные мотивы. Одни хотят там ребенку, одни хотят бабушке, третьи хотят просто перепродать и попытаться на этом заработать. Ну, есть и такой ажиотажный спрос. Мы с этой целью, для того, чтобы развести потоки, будем сами выводить эти марки на eBay, будем сами продавать и пытаться на внешний рынок марки самостоятельно отправлять. Нагадаю, що спецпогашення нової марки відбулося 23 травня. У ньому взяли участь президент України Володимир Зеленський, командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа та генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Марки ще повністю не розпродані, тому ті, хто не встиг придбати їх у перші 2 дні, зможуть це зробити згодом. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».